мы ехали в такси. Уже едем. Наш таксист парень классный. Интересно. Не, мы ребята, просто мы обычно встречаем либо москвичей, либо... Вот едем в Хуахин. Так выпало. Поехали в Хуахин. Хотя хотели вроде в Кочанг, Паттайю. В ту сторону, ну, ничего так получилось. Ребята, видим, такая трасса. Мы выезжаем из аэропорта Бангкока, Суарнапхуме. Вот сейчас в сторону Хуахина, где-то 3,5 часа ехать. Взяли такси, познакомились с ребятами. Они тоже здесь живут и туда едут. Автобуса, конечно, вообще нет. Если, ребят, будете ехать, то это до Паттайи. Вот автобус был за 2,5 часа, только на 3 часа был. Сейчас время 12:30. Вот. А Хуахин вообще в 6 часов вечера последний. То есть первый автобус, все остальное разобрано. Нужно покупать билеты заранее по интернету. Вот, поэтому мы тут такси взяли в Паламу. Вот сейчас катим. Такие просторы. Ребят, погода хорошая, где-то 30 градусов, дождя нету. Отличненько. То есть как вот, ребят, тут обалденные автобаны такие. Там нет, скоро на дороге идут. Очень классно, конечно. Продумано все. Очень современно. Вот, ребят, такие тут платные дороги в Бангкоке. За 3 месяца мы ну, они везде похожи. Вот мы по пасу едем, видно, таксист у нас блатной. Без всяких финансов платить, конечно. Или нет, нет, есть. А нет, все открывается нормально. Вот нас, ребят, ведет таксист, у них все по номерным, все, лицензии. Мистер Киттипан. Вот, ребята, у них тут такие стоят слончики по путях. Смотрите, как они тут они делают. Красавчик такой. Вот тогда подъезжаем к этому красивому мосту. Такой высокий. Вот так. Центр Бангкока. Мы тоже были в Аюдае и в этом королевском замке и все. Я говорю, детская площадка в центре. Совсем недалеко королевский дворец. И тут же постирушка, это кусты увешаны бельем. Это вообще что? Такие там. Вот у нас детки едут, ребят. Меньше стало, чем сидеть. Ой, компания, если у ребят здесь уже живут. Вот, ребят, съезжаем тут с автобана. У них тоже пробочки бывают. Мы едем вокруг Бангкока. Ой, а мы уехали. Пупсенок заплакал. Я боюсь, что мой ребенок этот ответ. Что такое снег? Все. Похоже, они нового короля повесили. Нового короля повесили? Да. А, excuse me. What is your name? Нум. Нум? Мистер Нум? Это новый король, ребят. Мистер Нум, we need to stop for dinning, I think. For lunch, I think. For lunch? Yes. Yeah, if you know some quiet and... Okay, on the way. Please. Yeah, okay. Мистер Нук, да? N-U-M. N-U-M. Yeah, but when I write N-O-O-M. Ну, да, это в Сербии был. А у нас этот там бусик, автодом на колесах. Да, на ребятам рассказываем. Вот, и мы его там оставили. Думали поехать в Марокко на нем, ну, то есть спуститься вниз. Very strong. Я слышала, что да, мы зайдем к этим. Сейчас там вообще... Вот, ребят, Руслан. То есть мы изолировали, у нас там кухня, у нас там туалет, душевая кабина, теплые полы, все подогревается. Просто, насколько я знаю, Черногория дорогая. Конечно, дорогая. Привет, Руслан. Нет, подожди-ка. Нет, но там она не настолько, но в любом случае там евро. Вот, ребят, съехали с автобана, такие местечки пошли. Мы еще далеко от Бангкока не уехали. В аэропорту, потому что тут совсем вырубило. Такой колорит. А сейчас вот он засунул. Дождичек начинается. Я что-то чудовало. Дожди идут много. Ну, нормально. Солнце сильного нет. Ребят, у нашего таксиста водителя вот такой вот бокс сразу стоит. Интересно. Прямо в машине рядышком Будда сидит.
машины откуда съехали. Дороги вот дождик пошел. Умная девочка. Ну, да. А у нас Вероника заболела. Честно, перекусить заедем. Температура и... Вот, ребята, вот такие дорожные зоны. Смотрите, дождик пошел немножко. Придорожный колорит. Мы едем тут недалеко от побережья, в сторону Фрагина. Такая вывеска интересная, смотрите. Макдональдс тут все вместе, наверное, реклама. До порта Чина. Вот тут заезжаем перекусить. Так, красивое место. Так все. Вообще, конечно, Таиланд цивилизация. Мы после Гуа тут все по-другому совсем. Да, Starbucks. Starbucks. Да, даже Starbucks есть. Все очень так цивильно, культурно. Вчера я тоже ужинал. Макдональдс бегал около отеля. Тоже так все нормально. По карточку принимают. Четко. Вот во это. Культурная страна. Кинг? Да, Кинг. Кинг Раманай. Кинг Раманай, вот, ребят. Такси сказал. Король. Вот они какой красавчик. Везде портреты его висят. Кинг. Вот, ребят, смотрите, тут все бренды присутствуют. Вот здесь покушать, вот Starbucks. Все полностью Макдональдс рядом тут. Все четко у них, так цивилизация, конечно, полная. Зонтик идет. Смотрите, какой тут зонтик выходит. Как говорится. Вот заходим в такой порт Чина. Типа такого рыночка местного. О, смотрите тут. Опа. Такие местные едальни. Нормально. Вот такой колорит. Опана. Какая вещь, красавица. Вот у них вот этот все. Вот такой остренькое. Везде супчики. Уже идем. Тайский колорит кухни. Ага. Попробуй зовет. Так, да. И дальние местные. Да. Вот шмоточки. Одежда. Опа-на. А это что такое? Какие-то вкусные штучки. Ух ты. Даже не знаю, что такие. This is it? It's delicious? Yes. О, окей, окей, I'm a little later. Окей. Что-то вкусное, ребят. Сладкое. Пошли, пошли, да. О, манго. Манго, супер. Вот, ребят, едем сейчас по дороге. Пошел такой дождичек хороший. Дождички здесь такие тепленькие, мы попробовали уже такой, в общем-то. Они такие, как душ такой небольшой. Вот, такая погодка, конечно. Вот, смотрите, ребят, тут место для достопримечательности. Колорит. Там у них оживленная трасса. Вот, ребята, едем на такси. Такая погодка, смотрите, сегодня по туманам. Зашло, дождичек идет. Мало чего видно, трасса. Такой выглядит, там, вот смог, что ли, здесь. Вот так вот бывает. Вот, только уехали, 9 января. Такая погодка интересная. Вот, ребят, едем дальше, тут такие виадуки проезжаем. Потому что Таиланд в плане дорог очень сильно развит. Очень все качественно, комфортно. Дороги обалденные.